А теперь главный вопрос, можно сказать, этого эфира. Фанатам Игоря Петровича. Скажите, пожалуйста, 15 месяц войны, где Смешко? Где Смешко 15 месяцев войны? Я вас спрашиваю, этот супергерой, супер лучший человек, ни капельки не агент КГБ. Скажите, где он? Показываю вам фотографию. На этой фотографии вы видите, такая в стиле клан Сопрано, сидит Смешко с Патрушевым. Кто такой Патрушев, напоминать не надо. Да, это именно тот, кому летали Ермак и Зеленский на переговоры. Важный человек Российской Федерации, много решающий с Путиным. Вот где ваш Игорь Петрович в те времена, вот как это работает. Это одна большая транснациональная мафиозная структура, которая полностью в спайке идет с государствами. Хотел сказать с государствами постсоветскими. Это махина. И я в ближайшем будущем вам очень много на эту тему расскажу, потому что нужно знать историю современной Украины.